Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazin. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно интересной колеблющейся блесне, маленькой блесне от компании Select. Модель называется Альфа. Поставляется она в такой вот упаковочке. На упаковке указаны характеристики данной блесенки. Вес 2,2 грамма. Длина 25 мм, расцветка 0,5. Очень интересная расцветка, матовая, коричневатая. Очень классно работают данные расцветки по белому хищнику и по окуню. Блесна сама имеет такую ромбовидную немножко форму. Она выпуклая посередине, если смотреть как бы в профиль блесне. Никаких надписей нету на данной колебалочке, хотя на многих других блеснах от компании Select имеется бренд, соответственно, и вес. В носовой части колечко отсутствует. В задней же части установлено, соответственно, довольно качественное заводное кольцо, на котором установлен одинарный крючок с широким ушком. Крючок имеет бородочку, довольно-таки маленькую, но она имеется. То есть у нас крючок не безбородый. Данная колебалочка за счет довольно компактного размера, в принципе, довольно-таки неплохо летит. Единственное, существуют проблемы с забросом в ветреную погоду, так как размер компактный, а блесенка немножко как бы широкая. И в такой довольно неплохой ветер полетные качества резко, конечно, у нас падают. Ну и, в принципе, вес говорит сам за себя, 2,2 грамма. Это все-таки не тяжелая блесна. Игру данная колебалочка имеет очень и очень привлекательную. Она довольно интересно, активно играет. Также данная блесна очень отлично сыпется на паузе. Выполняем, соответственно, равномерную проводку. Можно немножко поддернуть, дать паузу, и блесна начинает довольно, скажем так, активно сыпаться, довольно привлекательно. По окуню отлично вот это осыпание работает. Также по окуню можно немножко как бы подтвичивать, поддергивать периодически блесенку. Очень и очень достойная блесна. Данная блесна работает по белому хищнику довольно-таки неплохо и по окуню. Также в некоторых, скажем так, областях будет работать, конечно же, по форели. Очень достойная колеблющаяся блесна за вполне бюджетный ценник. Всем могу порекомендовать. Всем спасибо за просмотр. До свидания.